Люблю парей в начале мая. Он у меня весной не крупный, да вот он какой. Но зато он такой вкусный, ароматный и, самое главное, полезный. Сейчас я его покажу, как он перезимовал. Ну вот он. Ну, нельзя сказать, что он такой прям образцово-показательный. После зимы, конечно, немножко не очень хорошо выглядит. Там желтых листьев много. Но, в принципе, вот ножка, та самая ножка, которую едят, она уже вполне такая сочная, вкусная, даже ломкая. Вот трудно даже так вот просто дернуть, сорвать, видите, вот сломалась. Приходится выкапывать. То есть зимовал лук-порей просто под снегом. Я большую часть лука оставил. И вот так вот прекрасно перезимал. Как только снег сошел, я его начал срывать, готовить. То есть вот фактически с апреля он у меня на столе. Сажал я этот лук рассадой. То есть рассаду сею где-то в конце февраля, начале марта. И как только появляется возможность, высаживаю в открытый грунт. И осенью у меня лук и весной лук.